Тепло еще вернется. Правда, придется подождать как минимум до конца недели. Такой оптимистичный прогноз дают синоптики. Впрочем, дождливая погода сохранится. В начале рабочей недели господствовать в нашем регионе будет циклон. Он сместится с севера европейской части России. Осадков станет меньше, при этом похолодает. Среда – самый холодный день недели. Столбик термометра в ночные часы опустится до минус 3 градусов. В дневные часы воздух прогреется до плюс 5. Существенное потепление следует ожидать к пятнице. Ночью температура поднимется до плюс 6 градусов, днем – до 11. Осадки сохранятся. Люберчан такой погодой не испугать. Даже в дождливый день они не унывают. В принципе, любим любое время года, потому что, как песня поется, да, у природы нет плохой погоды. Даже в дождь гуляем иногда. Во-первых, мне нравится дождливая погода. Мне нравится вот эта красивая золотая ось, листики. Я не люблю вообще снег, я не любительница, я вот не люблю такое. И не люблю холодную погоду вообще.